15 марта в Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось научно-познавательное мероприятие «Ночь науки». Традиционно для гостей института были открыты интерактивные площадки, на которых они могли окунуться в мир научных фактов, обучающих игр и экспериментов. Юные и взрослые елабужане познакомились с материальной культурой Прикамья в археологическом музее, посетили занятия, посвященные основам криминалистики, а также приняли участие в тренингах по психологии. Я думаю, что, посещая такие мероприятия, мы прививаем любовь к искусству, к науке нашим детям. И в дальнейшем они уже тянутся за нами, смотрят, какие замечательные здесь преподаватели. Мы очень сильно любим преподавателя по физике, его научные эксперименты. Они такие бытовые, элементарные, простые, но при этом очень познавательные. Помимо увлекательных научных занятий, гости Елабужского института также могли поучаствовать в мастер-классе по декоративно-прикладному искусству, а также научиться основам китайской каллиграфии. Несмотря на нестабильную по-прежнему эпидемиологическую ситуацию в стране, желающих поучаствовать в предложенных действиях было много. Отметим, что особенное внимание данное мероприятие вызвало у взрослых, но и трепет у детей не было предела. Ночь науки нам посоветовали друзья, и вот мы впервые пришли, и прям нам очень понравилось. Детишки уже прошли некоторые мастер-классы, мужья у нас на криминалистике. Сейчас мы тоже сами торопимся идти вот на другой мастер-класс, хотим все успеть пройти за эту ночь. Елабужский институт Казанского федерального университета организует множество научно-познавательных мероприятий и всегда рад видеть в своих стенах всех елабужан и гостей города. Карина Саяхова, Универньюз.